Ну что, ребята, давайте начинать. Первое, что будем делать, упражнение без звука, все вместе, дыхательное упражнение. Для всех вокалистов очень важно хорошее дыхание, качественное. Итак, первое, что мы делаем, длинный-длинный выдох на звук «ш». Старайтесь его сделать подлиннее. И еще разочек, давайте попробуем. Так, ага. И теперь попробуем такими волнами, как будто это море у нас шумит. Молодцы, я смотрю, все делают, здорово. Теперь попробуем дыхание через соломинку, как будто мы пьем коктейль или сок, или какой-то вкусный напиток. Губы делаем трубочкой. Длинный шумный вдох, а выдох на... И давайте еще немножко попьем наш коктейль. И последний, самый длинный, самый вдох длинный, выдох длинный. Умницы, молодцы, здорово получается. Так, теперь мы подышим, как собаки. По-настоящему высовываем язык и дышим. Молодцы, классно получается. Так, хорошо, мы с вами подышали. Теперь пальчиками ищем место, где верхние и нижние зубки соединяются. Это где-то рядом с ушами. И пальчиками немножко разминаем эти мышцы, чтобы они были тепленькие, не зажатые. Теперь губами по кругу. Угу. Отлично. И в другую сторону. Браво! Теперь вперед-назад губы. Так, хорошо. И языком под губами по кругу. Вот так. Угу. И в другую сторону. Отлично. Теперь представим себе, что у нас в руках огромное яблоко. Или какой-то другой фрукт, может быть, груша, то, что вы любите. И кусаем, откусываем большой-большой кусок. Ам! Ой, какие куски большие откусили, молодцы. Давайте еще разок. Ам! Ам! Здорово, хорошо. А теперь давайте помяукаем, как настоящие котята. Класс. Так, и попробуем, как папа кот басом помяукать. Так, у всех получается, да? Угу, все мяукать умеют. Класс, хорошо. Так, давайте сейчас с вами сделаем первую распевку. Мы сначала ее делаем все вместе, а потом я по очереди каждого спрошу и посмотрим, как у кого получается. Я уверена, что у всех получится хорошо. Сейчас жужжим. Вот так. Звук «з». Следите за тем, чтобы воздух изо рта не выходил. Ручкой прям вот так можно проверить. Выходит воздух или нет? Изо рта выходит только звук. Хорошо? Значит, и попробуем прям звонко-звонко пожужжать мелодию. 5 ноток вниз. Давайте еще раз все вместе попробуем. И еще ниже спускаемся. Так, отлично. Мелисса, включи, пожалуйста, микрофончик. Давай посмотрим, как у тебя получается жужжать. Так, попробуй пожужжать. Чуть-чуть погромче. Ага. Слушаю. Молодец.
Молодец, да, здорово получилось спуститься по ступенькам. Лиза, давай попробуем. Ага, отлично. Чуть-чуть повыше верхний звук. Ага, прекрасно, очень хорошо. Можно еще чуть-чуть плотнее сделать звук, поменьше выдоха, да? То есть побольше жужжания, поменьше выдоха. Ага, классно. Так, Егор, давай попробуем с тобой. Включи, пожалуйста, микрофон. Ага, так, давай пониже. Как слушаю? Ого, вот так получилось жужжать. Давай еще разок. Чуть-чуть мы повыше возьмем первую нотку. Да, все правильно. У тебя, видишь, голос ниже, да? Давай здесь поем. Ага, так, поехали. Молодец, так, хорошо. Алиса или Элис, как правильно? Ага, включите микрофончик, сейчас я вас услышу. Как тебя правильно зовут, Элис или Алиса? Алиса. Алиса. Ага, понятно. Давай споем. О, молодец, все правильно. Да. Ты сейчас отрывисто, да, спела? Попробуй теперь объединить. Ага, хорошо. Так, получилось, по ноткам все чистенько. Так, Зоя, да, правильно? Включи, пожалуйста, микрофончик. Зоя, да, тебя зовут, правильно? Если что, поправь меня, если я неправильно имя, да? Ага, давай с тобой пожужжим. Да. Так, Зоя, ага. И поем. Молодец, браво, очень хорошо. Так, на тоннель, давай попробуем. Так, поем. Молодец, легко, да, получилось? Ага, здорово. Все, придраться не к чему. Костя. Подожди. Да, молодец, можешь жужжать, я тебя слышу. Давай. Ага. Да, прекрасно. Можно еще больше чуть шума, да, добавить. З-з-з, вот этого жужжания, как пчелка жужжит. Ага, да. Молодец. Хорошо получилось. Так, Дима. Давай попробуем. Так. Пожужжим. Я, что ли? Да, ты. Давай попробуем. Ого, красиво ты по ноткам спустился. Попробуй чуть побольше жужжать. Вот так. Молодец, очень хорошо получилось, мне понравилось. Так, Рената. Так, Рената, можешь включить, пожалуйста, микрофон? А то я тебя не вижу. Ага, так, поехали, жужжим. Пропустим, мама. Наверное. Пропустите, хорошо. Мама, ага. У меня что-то... Так, ага. Я уже включила. Я тут включила. Так, ага. У нас сейчас Даша и Юлана остались, да, у нас? Даша и Юлана. Включите, пожалуйста, микрофончик. Проверим, как у вас там все жужжит. Так, и поехали. Очень хорошо. Верхушку чуть повыше. Так. Еще разочек можете спеть? Я не знаю, я вас не вижу, девчонки. Вас двое, да? Да. Ага, так. Не знаю, кто пел, Даша или Юлиана. Давайте. Даша. Даша, Юлиана, спой мне, пожалуйста, тоже. Она нас не видит почему-то. Да, Дашу и Юлиану почему-то не видно. Не знаю, почему. Такое иногда бывает. Так, кто у нас еще остался? У нас еще остался один человек.
Тут у нас все время пропадает кто-то. Так, Татьяна, да, осталась? Да, 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 вот это мы. Вы слышите нас, да? Да, но не видим, к сожалению, но слышим. Давайте попробуем. У нас две девчонки тоже, одна Лиза. Ага. Сейчас. Ага, отлично. Одна Лиза, одна Анечка. Лиза и Аня. Давайте по очереди споем. Давай, Анечка, ты первая. Хорошо, чуть-чуть пониже, то есть нотки, да, побасисте чуть. Ага, так, ну хороший. Так, следующий участник. Давай попробуем. Хорошо. А давай сейчас с тобой коротко попробуем. Молодец, хорошо получилось. Так, ребята, сейчас нас очень много, давайте мы сделаем два упражнения сначала общих, а потом я у каждого спрошу два упражнения, договорились? Мы сейчас еще поделаем немножко упражнений и будем песни все петь, хорошо? Каждый свою песню какую-то споет, хотя бы небольшую. Следующее упражнение у нас называется «Тюлень». У меня есть вот такой помощник. Он всегда поет на тюленем языке. Это упражнение очень полезно для вокалистов. Оно нам нужно для того, чтобы красиво в ноты ровно попадать. Звук будет такой. Ар, 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 ар. Мы открываем рот пошире. И как тюлень, да, делать? Ар, 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 ар. Это похоже на мягкую игрушку. На мягкую игрушку? Вот этот тюлень похож, думаешь, да? Ну да, он и есть мягкая игрушка. Так, ты прав. Хорошее замечание. Давайте сейчас... По тюленям немножечко. Р, не русский, а английский, да, как будто. Р, 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 р. Язычок у нас загибается немножко вот так. Так. Сейчас поем все вместе, хорошо? Значит, по ноткам. Р, р, р. Р, р, р. Да, сейчас все без звука пока. Микрофончики не включайте, ладно? Иначе меня не будет слышно. Р, р, р. Вы поете у себя, хорошо, ребят? Ар, ар, ар. 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 Пожалуйста, микрофончики пока не включайте, ладно? Иначе ничего не слышно. Пожалуйста, все выключите микрофончики. Так, ага, и повыше еще поднимемся. Тоненький звук совсем. Давайте потренируем. Это было первое упражнение. И второе чуть-чуть усложним. Давайте споем мелодию на тюленем языке. У нас три нотки будет. Наверх три нотки, и по этим же ноткам вниз спускаемся. Молодцы. И спускаемся вниз. Отлично, я надеюсь, у всех получилось. Так, Наталья, давай попробуем. Угу. Включи микрофончик, пожалуйста. Так, ага, давай с тобой просто сначала звук попробуем. Очень красивый и тоненький звук. Молодец, можно чуть больше. Чуть побольше ротик открой. Ага, хорошо, ну, молодец. Давай мелодию споем. Умница.
Наташ, молодец, у тебя очень хороший слух, в нотки попадаешь сразу, здорово. Так, тюлень такой красивый получился, гармоничный. Так, Егор, давай попробуем с тобой. Давай просто ар, ар, ар. Слушаю. Ага. Так, Егор, слышишь меня? Ау, 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 ау. Да, ага, хочешь попробовать более тонкий звук? Ар, ар, ар. Ау, 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 ау. Да, в принципе, все правильно. Давай попробуем по нотам пройтись. Ар, ар, ар. Ау, ау, ау. Ага, ар, ар, ар. Ау, ау, ау. Ар, ар, ар. Ау, ар, ар. Да, молодец, сейчас наверх, да, поднялся. Почувствовал, как нотки разные, да, у тебя получились? И давай еще попробуем. Ар, ар, ар. Ага, еще раз. Ау, ау. Молодец. Ар, ар, ар. Ау, ау, ау. Здорово. Хорошо получается плотный звук. Да, по ноткам просто надо потренироваться, будет высокие нотки брать. Но у тебя очень красивый низкий голос. Здорово, Егор. Молодец. Так, девочки, Лиза и, простите, я немножко забыла имя. Давайте вдвоем попробуем. Здравствуйте, это Лиза и Аня. Да, Лиза и Аня. Давайте попробуем по очереди. Ага, у нас хор получился, да? Давайте по очереди. Давайте Лиза сначала. Молодец, какой классный тюлень получается. Ага, а повыше? Давайте по очереди. Ага, так, хорошо. Чуть-чуть бы еще потоньше, да? Давай попробуем еще внизу спеть. Ага. Умничка. Так, здорово. Мне нравится ваш тюлень. Очень плотный, красивый звук. Тоже потренироваться немножко в нотки. В верхние, в тоненькие попадать. И будет вообще... Так, хорошо. Те, кто уже спел тюленя, вспоминайте песни, да, которые мы сейчас будем петь все по очереди, кто какую хочет, ладно? Так, Даша и Юлиана, давайте споем. Включайте микрофончик. Проверим нашего тюленя. Угу, так. Ар, ар, ар. Давайте по очереди, чтобы я каждого смотрела. Ар, ар, ар. Ар, ар, ар. А еще чуть пониже. Ар, ар, ар. Ар, ар, ар. Ага, звук очень хороший. Давай по ноткам пройдем. Ар, ар. Ар, 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 ар. Ар, 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 ар. Молодец, во все ноты попало хорошо, звук плотный. Так, следующий. Так, давай с тобой споем. Ар, ар, ар. Ар, ар, ар. Ага, и по носкам пройдемся. Ар, 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 ар. Ар, 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 ар. Ар, ар, ар. Чуть повыше верхний звук попробуй. Ар, ар, ар. Молодец, ага. Ар, ар, ар. Ар, ар. Отлично, молодец, хорошо тоже получилось, чистенько. Так, Дима, давай попробуем с тобой спеть. Угу. Включи микрофончик у себя. Дима, я тебя не слышу сейчас. На микрофон надо нажать внизу, я тогда тебя услышу. Да, там такой значок микрофона, видите, внизу. Так, ура, я слышу Диму. Давай по тюлени с тобой споем. Ого, хорошо получилось. И по мелодии. Молодец, во все ноты попал. Давай повыше поднимемся. Да, хорошо. Понимаешь, да, как этот звук сделать? Почувствовал? Получилось хорошо, все здорово. Да, это просто. Просто, да, отлично. Я рада, что тебе просто. Так, следующий участник наш. Так, давайте, Лиза, давай попробуем. Угу. Так, давай. Ар, ар, ар. Ар, ар, ар. Ага, пробуй еще чуть пониже. Ар, ар, ар. Ар, ар, ар. Очень хороший звук, молодец, чисто. И по ноткам. Ар, 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 ар.
Молодец. Попробуем повыше. Ага. Удобно на тонких вот этих высоких нотах? Да? Да. Так. Ага. Ну, хорошо. Можно еще немножко больше челюсть вниз посвободнее. То есть она открывается, закрывается. Ага. Да-да-да, вот так. Отлично. Молодец. Так. Алиса, давай попробуем с тобой спеть. Как тюлень получается у тебя? Так. Молодец. Давай повыше попробуем. Ого, здорово. Удобно петь на тюленем языке? Да, удобно. Удобно, хорошо. Мне понравилось. Так, на тоннель давай попробуем с тобой спеть. Давай повыше. Ар-ар-ар. Очень звонко, молодец. Да, идеально все, и рот открывается хорошо. Давай повыше попробуем. Молодец! Как тебе такой звук? Хорошо. Хорошо, удобно петь на нем. Молодец, здорово получилось. Мелисса. Так. Так, Мелисса. Нажми. Ага, все, слышу тебя. Молодец. Да, попробуем повыше чуть. Здорово, очень плотный звук наверху. Браво. Так, Зой, давай попробуем. Так. Отлично, слушаю. Супер, отлично. Давай попробуем тоненькие звуки. Очень красивый голос. Молодец. Я могу это на пиано поиграть. У меня есть план пиано. Да, хорошо. Давай, сейчас мы закончим со всеми упражнениями. Ты можешь нам и сыграть, и спеть, ладно? Мы сейчас будем песни петь, когда споешь, ладно? Сейчас чуть-чуть еще позанимаемся с ребятами. Так, кто у нас? Егор. Пел уже, да, Егор пел. Извини, Егор. Костя. Вот, Костю забыли пока. Так. Ага, еще разок можно? Ага, молодец. Попробуй чуть ротик побольше открывать. Да, прям букву А. Можешь сказать? Ар. Да, молодец. Давай в нотки попробуем теперь попасть. Давай здесь. Ар, 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 ар. Да, получилось. И повыше. Ар, 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 ар. Да, молодец. Так, хорошо получилось. Тюлень. Так, кого еще? Ренату, да, забыли еще спросить. Рената, поешь нам? Нет, сегодня слушаем. Слушайте, хорошо. Так, ну что, так, никого я не забыла? Все потюленили у нас, да? Давайте, сейчас я быстренько расскажу, как мы будем на занятиях заниматься. Вот приблизительно так же, да, мы делаем дыхательные упражнения, распеваемся, поем песни. Только на занятиях у нас по 4 человека в группе. И все по возрастам. Если это маленькие участники, то мы еще устраиваем вокальные игры обязательно. Так, а сейчас давайте петь песни. Кто хочет первый спеть? Ага, так, сейчас первых у нас много, давайте я буду Костя. Давай сначала Костя, потом на тоннель. Ага, хорошо? Так, давай, Костя, слушайте. Ничего на свете лучше нету, чем будет друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги, дороги, ла-ла-ха-ла-ха-ла, ло-ло-ха-ло-ло, ла-ла-ха, е-е-е-е-е-е.
Позвони, не забудем, смех и радость мы приносим людям. Наша крыша небо голубое, наша счастье жить только с любовью. Наше счастье жить такой с любовью. Ла-ла-ла-ла-ла, лу-лу-ху-лу-лу, ла-ла-ла-ла-ла, лу-лу-ху-лу-лу, ла-ла-ла-ла-ла. Молодец, браво! И за смелость первый выступил и так весело спел. Давай сейчас споем на тюленем языке мелодию. Ар-а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 р. Угу. Так, попробуй. Молодец. Ага. Попробуем теперь текст добавить. Ничего на. Но текст поем. Сюда посылаем, туда же, в то же место, где ты пел ар-ар-ар, да, в серединку, вот сюда, верхней челюсти. Давай попробуем. Ничего на свете. Ага. Так. Ничего на свете нету, чем болит, тем побел свету, тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дураки, тропоки. Нам любые дороги, дороги, ла-ла-ха-ла-ха-ла, лу-лу-ху-лу-лу, ла-ла-ха-е-е-е-е-е. Молодец, ага, достаточно. Заметил какую-то разницу? Легче стало петь? Да-да, я уже хорошо учился это петь. Уже хорошо научился, ну отлично. Так, молодец, Костя, на тоннель, давай попробуем с тобой спеть. Я только не русскую песню. Хорошо, я только за. На любых языках можно петь. I used to bite my tongue and hold my breath, scatter off them both to make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess the doctor got the head of choice. Let him push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, yeah. Our late version of the test. You hear my voice, you hear the sound. Like thunder gonna shake your ground. You held me down, you held me down. Hey, our late version of the test. You hear my voice, you hear the sound. Like thunder gonna shake the ground. Ну, и дальше. Я знаю эту песню. Эту песню, она слишком... Классно. Я знаю эту песню. Да, Даша или Элиана тоже... знает эту песню. На тоннель, молодец. Пар называется. Да, давай попробуем на ар-ар-ар мелодию попеть. Ар-ар-ар. Угу. Достаточно. Ага, попробуй теперь с текстом. Ага, Натанель, попробуй теперь кусочек с текстом спеть. Только текст, пробуй посылать слова прямо вот в это место, где ты пел ар-ар-ар-ар. Ага. I used to buy my tongue and hold my breath, scatter off them both and make a mess. So high, so quietly, agreed politely. I guess that third God had a choice. Let me push the past the breaking point. As to the nothing, so I fell for nothing. Ага, молодец. Почувствовал какую-то разницу в звуке сам? Да, со стороны было прям, и такие гласные стали более плотненькие, звонкие. Молодец, очень красиво поешь, очень стильно. Спасибо. Да, браво, молодец. Так, следующий, кто у нас готов спеть? Сейчас я быстренько полистаю. Ага, кто там у нас? Егор поднимает руку, да? Егор, давай. Угу. И Лиза, да, там потом? Давайте после Егора. Так, слушаем Егора. Угу. Так. Давай, не бойся. Пусть что хотите.
Здорово. Это ты уже сразу на тюленем языке пел, правильно? Или нет? Да? Молодец. Да, сразу сделал упражнение. А текст знаешь этой песни? Я только другие тексты знаю. Нет, он его придумал. Мы пока не учили. Мы будем придумал. Учить что-нибудь, чтобы петь. Хорошо. Ну, здорово. Егор придумал сам песню. Я кроме стуки тексты учил. Хорошо. Егор, молодец. Еще чуть-чуть поешь? Нам что-то давай, придуманное. Попробуй. Давай, давай свое на придуманное. Про рок-н-ролл. Давай. Ося ждут тебя, не отвлекай. Молодец, Егор. Ага, здорово. За смелость молодец, да? Придумал на ходу и спел сразу. Умница. Так, Лиза, давай теперь ты спой. Ага. Только можно эту песню еще на гитаре сыграть? Конечно, это вообще очень здорово. В краю средь горы цветущих дали текла река, исчезая вдали. Прекрасней не было страны, где рождались баллады и сны. Дорогу звал глаз таинственных гор, три сына там покидали свой дом. Один был горд, другой упрям, а третий был сердцем смирен. Слова отца были грусти полны, любви моей выросли, как цветы. Что ждет вас там, в чужих краях, да хранит вас молитва моя. И звучала в ответ эхо горных вершин. Сохраните богатство души и любви нескончаемый свет. Это первый куплет, второй я, ну, песня длинная достаточно. Ага, так, понятно. Угу. Второй куплет остался. Очень красиво звучит, молодец. То есть ты играешь и поешь, это сложно, да, одновременно делать. Давай попробуем тоже на тюлене, чтобы верхушки стали более удобные, да, чтобы тебе прям, ну, ты не думала, да, вообще о них. Попробуй спеть на ар-ар-ар. Можно просто а больше тянуть немножко, да? Классно прозвучало, молодец. Так, а да, молодец. А как тебе звук такой? Очень достаточно красивый. Да, красивый. Он стал более плотным, ярким, более громким, да, тоже для большого количества зрителей слышно. Попробуй с текстом кусочек спеть и вот поймать это ощущение. Какие будут гласные, они будут другие немножко. Угу. Вот упражнение с дыханиями как раз пору придется, потому что у меня иногда на кое-какие моменты дыхалки не хватает. Ага, да, это все тренируется, ну, постепенно, да. Вообще легко у всех тренируется, так что это ничего страшного. Угу. Так, хорошо. Попробуешь с текстом кусочек или уже не будешь? Ну, попробую. Давай, попробуй прям пару строчек, просто поймать ощущение с текстом. В краю средь горы цветущих долин текла река, исчезая вдали.
Да, отлично. Ага. Ровный звук стал, ровные переходы. Угу. Так, молодец, круто. Так, следующий, кто у нас? Дима, да, хотел еще? Дима, давай споем. Так, Дима, будешь петь? Ты ручку поднимал? Так. Мы всех спросим, да, просто вы не волнуйтесь, да, всех обязательно послушаем. Просто нас много. Так, Дима, слушаем тебя. Идёт по моему пути, куда глаза глядят. Йо-хоу, йо-хоу, вперёд, вперёд. Любых шагов впереди, где пиратский наш отряд. Йо-хоу, йо-хоу, вперёд, вперёд. Прекрасная жизнь гигантских пиратов. По волнам гуляем тут и там. Станька жей, песни донских пиратов. Станька жей, спешит скорее к нам. Жей, готов, езди, готова. Капель, готов, скали, готов. Поехал. Жей, ребята, нет ванди. Что тебе впереди? Случайный пипи. Рад. Хоу, уже ты пират. Ты не Ланди. Возьму тебя с собой, пиратский отряд. Я хоу, вперед! Молодец! Я тоже так люблю эту песню. Она такая прям пиратская-припиратская. Так, и попугай очень красиво. Про пиратов. Да, и мультик. Мне там нравится этот Крюк, да? Капитан Крюк, он такой смешной. Так, давай споем по тюлени. Ну, я так даже не понимаю, если честно, что пою даже. Сложно, да, так спеть? Давай одну строчку споем. Сейчас Давай. А ты попробуй не думать, просто мелодию попробовать спеть. Все. Достаточно, девочка. Молодец. Молодец. И попробуем с текстом кусочек спеть. А как это у нас начинается? Плывем по морю, путь открыт. Куда глаза глядят? Йо-хоу, йо-хоу, вперед, вперед. Любых оров перехит и пиратских, и наш отряд. Йо-хоу, йо-хоу, вперед, вперед. Молодец. Молодец, Димочка, умничка. Ты молодец, здорово получилось. Извини, что я тебя останавливаю. Я бы еще послушала. У нас просто много ребят. Вот, чтобы мы во время уложились. Очень классная песня. У тебя хорошо получилось. Да. Я уже тебя не против, если я прибралась. Да, я думаю, что не против. На конце урока продолжу. Ого, хорошо, Дима, умничка. Мне очень нравится твой голос, красивый, очень звонкий, чистенький. Так, давайте следующий. Кто у нас сейчас будет петь? Кто еще не пел? Так, Костя, да? Так, ага, Алиса, да, готова у нас? Алиса, давай, ага. Давай. Я знаю, ты слышишь, ну что ты попишешь? Не хочешь меня понять, в глаза мне не смотришь, и значит не веришь тому, что хочу сказать. Поверь, я все смогу, и выход скоро найду. Все? Все, молодец, Алиса, очень было так... Прочувствовано спето. А послушай, не выключай еще. Не выключаю, нет, слушаю, так.
Я тоже видела Капитана Крюка в мультике. Да? Тебе тоже понравился Капитан Да. Крюк? Да. Ага, класс. Правда, мультик длинный. Да, длинный, там столько серий. Алиса, давай споем по тюлени твою мелодию. Можешь спеть? На тюленем языке. Я не знаю, как. Знаешь, как? Просто поешь мелодию своей песенки. Ар, 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 ар. Да, вот так вот. Ар, 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 ар. Молодец. Попробуй еще разочек со словами, с человеческими спеть. То же самое. И послушаем, как звук изменился после тюленя. Угу. А, еще раз? Еще окей, раз. Я знаю, ты слышишь, но что тут попишешь? О, да? Да, да. Я знаю, ты слышишь, но что тут попишешь? Не хочешь меня понять? Не смотришь, и значит не веришь тому, что хочу сказать. Сказать, поверь, я все смогу, и выход скоро найду. Вот это я все пела. Да, молодец. Звук немножко изменился, да? Он стал более яркий. Я еще знаю чуть-чуть еще. Да, давай, знаешь что, в следующий раз мы с удовольствием послушаем. Сейчас еще ребят других, ладно? Пусть они тоже споют. Молодец, мне понравилось. Так, кто у нас еще готов? Кто еще не пел? Так, Лиза, Аня, споете нам по песне? Как вы? Или стесняетесь? Мы постараемся очень. Анечка, кто первый? Сможешь? Лиза. Лизе поможет бабушка, мы просто русские песенки еще, ну, можете на русском петь, посмотрите, да. Не, мы, в общем, с песенками так еще пока, но бабушка нам поможет сейчас Катюшу спеть. Хорошо. Ага, давай. Расцветали яблони и груны над рекой. Приходил на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Приходила, водила. Пробила, про того, письмо. Молодец, очень красивый голос, такой теплый. Так, здорово. А вторую еще будете песню петь или уже? А, так? Анечка тоже будет напеть на латышском языке. Мы из Латвии, Анечка на латышском про мамочку будет петь. Ой, как интересно. Аня, давай попробуем. Маму. Мамулиты, заеду пил на басолиты, заеду пил на басолиты, мамулиты, 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 заеду пил на басолиты. Еду пил на веселите, мамулитей, мамулитей. Браво! Тюлень очень понравилось. Молодец! Очень красивая песня. Хорошо спела. Так, девочки, молодцы. У нас Мелисса еще хочет, да, спеть? Давай, Мелисса. И потом Зоя после Мелиссы. Жу-жу-жу-жу-жу-жу, поет веселый жук. Он с песенки простой идет себе домой. Жу-жу-жу-жу, идет себе домой. А дома детки ждут, туда-сюда снуют. Тук шишет стук, так стук, стучится папа жук. Тук-тук. Тук-тук, стучится папа жук. Принес он маме лад, конфетки, шоколад. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, танцуйте, семья. Ля-ля-ля-ля, танцуйте, семья.
Молодец! Очень мне понравилась, кстати, песня. Хорошо, что ты напомнила про такую песню про жука. Так, очень ровненький такой звук у тебя, хороший, плотненький. Молодец, Мелисса. Так, у нас еще остались выступающие. Зоя, да, хотела спеть и сыграть на каком-то инструменте? На фортепиано, да, по-моему? Так, только микрофон не забудьте включить, а то вас не слышно. Так, Зоя, можете включить микрофон сначала? А то мы вас не слышим. Так, Зоя, микрофончик включи, пожалуйста. Все, слышим теперь. Угу, так. Вообще-то они не включили. Вообще-то. Чего ничего? Сейчас я найду. Давай, ага. И сейчас. Сейчас. Ага. Зоя. Ага. А, хорошо, ты сыграла. Давай, можешь мне спеть что-нибудь перед экраном? А то тебя не очень хорошо слышно, когда ты играешь. Может быть, ты голосом что-нибудь споешь? Так, Зоя. Если не хочешь, я заставлять не буду. То есть ничего страшного, если не хочется спеть. Ты путам. Она стесняется, простите. Стесняется. Ну ничего страшного. Так, Даша и Юлиана, споете нам песню? Мы не знаем никакой песни. Хотите, попробуйте просто на тюленем языке какую-то мелодию спеть, все, что в голову придет. Не знаю, там ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар. Там, к примеру, ну, не обязательно очень сложную мелодию. Как, есть желание, Даша и Юлиана? Нет. Нет, хорошо. Так, договорились. Кто у нас еще хочет спеть, кого я не спрашивала, ребята? Всех спросила уже, кто хотел. Так, вроде всех спросила. Скажите, как вам урок? Какие впечатления? Что вам запомнилось? Так, Дима, что тебе запомнилось? Нет. Там. Егор, что тебе запомнилось? Расскажи. Тюленем языке. На тюленем языке. А ты можешь его использовать? Учить песенки, да, на тюленем языке, это очень полезно, получается красиво. Так, кто еще? Лиза хочет сказать. Так, Лиза, ага, слушаю. Ну, хочу сказать, что мне понравилось, как все выступали. Я знаю то, что у всех разных возрастов разные голоса, и относительно своих возрастов у вас даже очень хорошие голоса, даже красивые. О, здорово. Вообще, вот, мне приятно было слушать. Хочу услышать еще песню от других одногруппников. Здорово, Лиза. Тебе что-то запомнилось? Есть какие-то открытия на уроке? Что-то для себя поняла полезное? Ну, на тюленем языке буду репетировать теперь песни. Да, классно, здорово. Использует, полезная штука. Так, кому что? Кто еще что-нибудь хочет сказать? Натанель, давай. Ага. Мне все понравилось. Вот... Мне нравилось слышать от всех песни. О, здорово. Я выучил тюленей язык. Мне понравилось. Отлично, здорово. Ты тоже очень круто пел. Так. Вы молодцы, что вы высказываете друг другу, да? Положительные, добрые слова. Костя, да, слушаем. Да, Костя, микрофон включи, тебя не слышно сейчас.
Костя? Микрофончик нажми, Костя. У тебя не слышно. Ага, все слышно. Угу. Мне понравилось, что я к вам иду. Я уже сегодня начал к вам идти. Прекрасно, мы тебя ждем с Еленем. Приходи к нам. Хорошо. Так, нам тоже было весело с тобой. Умничка. Хорошо, что ты сказал. Это очень здорово. Спасибо. Так, ну что, ребята, молодцы. Мне было очень приятно с вами заниматься. У всех у вас красивые голоса. Я желаю вам петь в любом случае. Если хотите, приходите к нам на занятия. У нас на следующей неделе стартует много групп. Первая группа будет вокальный старт для постановки плотного вокального звука, базовой вокальной техники. Ну и мы будем, конечно же, петь ваши песни, над ними работать. И, скорее всего, в конце августа у нас будет концерт, такой вот онлайн-концерт. Мы соберемся все вместе и будем выступать, как будто на настоящем концерте, только онлайн. Вот. Ну что, ребята, давайте тогда всем пока. Надеюсь, слушай, еще... у меня для вас подарок. Подарок? Пока. Какой? Спасибо за урок. Лайк. Ура, лайк. Спасибо. Всем пока. Спасибо, урок. Нравится мой подарок? Очень нравится. Спасибо, пока. 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 Всем пока. 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 До встречи.